Әбікен. Жақсы қабылдат топты Алвишке. Вагнер офсайдта. Алла Шушиначев ойыннан тыс қалған жоқ. Барлығы дұрыс және алғашқы гол соғылу әбден мүмкін. Тамаша және гол. Артур Шушиначев екінші гол. Екі ойынға қатарынан гол соқты сырт алаңда. Енді мінекей Алматының орталық стадионында. Жалпы Еурокубоктердегі үшінші голы. Ну какой же красавец Артур Шушиначев. Очень здорово он обманул всех. Сделал вид, что будет пасовать на Вагнера, а сам разобрался очень здорово с Кабралом. Но очень приятно, когда воспитанник Академии Кайрата забивает. Не устаю просто радоваться его успехам. Сейчас посмотрим повтор эпизода, как все развивалось. Но опять же стоит напомнить, что быстрый переход, хороший пас, и в итоге уже убегают два кайратовца, и один из них забивает. И это Артур Шушиначев, который подошел сейчас попить водички. Там один из футболистов Фолы был недоволен, намекал, что был офсайд, но офсайда, конечно же, не было. Посмотрите еще раз, Шушиначев вот так вот обманывает голкипера и просто заваливая его на газон, уже бьет в незащищенный угол. Ну, очень здорово все получилось. Вот таким вот образом под голкипером низом отправил мяч в ворота. Итак, 1-0, Кайрат впереди.